Приветствую всех зрителей на своем канале. Мы начинаем мастер-класс свитера на девочку на 3 годика. Приветствую всех зрителей и подписчиков на своем канале. Сегодня будем продолжать вязать вот такой свитер с ажурной кокеткой. Мы на том уроке провязали уже резиночку 2,5 сантиметра в высоту. Теперь мы переходим к основному будем узору. Будем вязать вот такой сейчас узор. Начинаем вязать. Так, начинаем вязать основной узор. Сейчас мы провяжем 4 вспомогательных ряда для этого узора. Начинаем первый ряд. Первую кромочную снимаете. Затем вяжете изнаночная. Одна петля. Лицевая. Теперь вяжете 2 изнаночные и 1 лицевая, затем опять 2 изнаночные и 1 лицевая, и так будете вязать до конца ряда. Это у нас вспомогательный 4 будет вспомогательных ряда. Это у нас первый ряд. Так, вяжем второй ряд. Первый снимаете, вяжем второй ряд, и все четные ряды у нас получится по рисунку. То есть, какой видите петлю, то и вяжете. В данный момент я вот первую сняла кромочную, дальше идет лицевая 1, 1 изнаночная. Затем 2 лицевые петли, 1 изнаночная. Опять 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. И так вяжите до конца ряда. Это у нас второй ряд вспомогательных рядов. Так, вяжем третий ряд. Первую сняли кромочную, теперь 1 изнаночная, третий, вяжите третий ряд, как и первый. 1 изнаночная, 1 лицевая, и затем вяжите 2 изнаночные и 1 лицевая, и так вяжите до конца ряда, то есть как первый ряд. Переходим к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд вяжется, как и второй, как четный ряд. То есть, какую видите петлю, то и провязываете. Первую петлю вы снимаете кромочную. Затем идет у нас лицевая, изнаночная. Затем идет 2 лицевые, изнаночная 1 петля, 2 петли лицевых. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Так провязываете до конца ряда. У нас прошли это, провязали мы 4 вспомогательных ряда.
Вот вы с вами провязали уже 4 ряда вспомогательных. Вы заметили, это прошла резинка как 2 на 1. Теперь приступаем вязать, который будет рисунок повторяться постоянно. Основной рисунок. Так, первую петлю снимаете. Это наш пятый ряд. Потому что если вы где-то будете вязать, тоже будете провязывать этих 4 один раз в вспомогательных рядах. Первую снимаете кромочная. Затем 1 изнаночная. Лицевая петля 1. Теперь делаете накид. Вот 2 петли изнаночные. Мы их провязываем одной петлей изнаночной. Провязали. Теперь смотрите. Раз, два, три, четыре. И вот основание, вот возле четвертой, да? Но мы здесь будем, возле, вот здесь, да? Прокалываете. Вот под вот это, где мы две провязали изнаночных. Я тут посчитаю, легче будет видно вам. И вот под этими, где две провязаны изнаночные, аж в основании возле вот этих лицевых мы просчитали 4 петли. 1, 2, 3, 4. Пятую петлю внизу вы вкалываете спицу и вытаскиваете. Вот, вытянули петлю. Теперь точно так делаете. Вот здесь пропускаете, а вот здесь, вот смотрите. Возле этой лицевой мы сделали, это пропускаем. И вот здесь. Раз, два, три, четыре. Вот возле пятой. Тоже точно так вытаскиваете петлю. Так, вытащили. Теперь провязываете. Это 1 лицевая. Провязали. И вот 2 изнаночные. Вы провязываете их одной изнаночной петлей. Провязали. Теперь делаете накид. 1 лицевая. Опять накид. И 2 петли изнаночных провязываете одной изнаночной петлей. Вот мы так провязали. Теперь мы повторяем, как и вначале делали. Вот где мы провязали, мы теперь опять отсчитываем 4 петли, пятую вот сюда в основание вкалываем и вытаскиваем петлю. Раз, вытащили. Теперь это пропускаем, вот где лицевые. И вот возле этих лицевых у основания тоже вытаскиваем петлю. Вытащили. И теперь вяжем 1 лицевая. 2 петли изнаночных провязываем одной. Теперь делаем накид. 1 лицевая. Опять накид. И 2 изнаночных провязываем одной изнаночной. Еще раз показываю, потом будете сами уже вязать, потому что уже опять рисунок повторяется. Теперь опять мы вкалываем сюда в пятую петлю, достаем нитку, вытягиваем. Теперь вот эти лицевые мы эти пропускаем. И сюда вот у основания, возле этих лицевых, под вот этой изнаночной, мы вытаскиваем эту петлю. Теперь 1 лицевая, 2 петли лицевых, 2 изнаночные петли, 1 изнаночной провязываем. Накид, 1 лицевая, накид и 2 изнаночных провязываем 1 изнаночной. И также продолжаем вязать до конца этого ряда. Вот мы пятый ряд до конца доходим. Последние тоже мы провязываем. Тут делаем накид. И последние петли лицевая, изнаночная и кромочная одна изнаночная.
Провязали мы с вами пятый ряд. Переходим к вязанию шестого ряда. Шестой ряд. Первую снимаете. Затем лицевая петля. Изнаночная. Теперь вот петля, которая идет, мы делаем накид, мы ее провязываем лицевой. Одна и следующая петля тоже лицевая. Две лицевых. Одна изнаночная. Теперь эти петли, которые мы вытаскивали, вот две, одна, смотрите, я вам с этой стороны покажу, вот мы их вытаскивали, вытянутые петли, одна и другая, вот мы ее снимаем на правую спицу. Вот, и не забывайте, нить должна быть перед работой. Раз, и вторую снимаете, два. Теперь опять вяжете. Лицевая, одна. Вторая лицевая. Там, где накиды, мы делаем лицевые петли. Теперь изнаночная. Опять одна лицевая, другая лицевая. Изнаночная петля. И там, где мы вытаскивали эти две петли, вот опять они идут, мы их просто снимаем на правую спицу, не провязывая. Вот таким образом. И так вяжите до конца. Вот 2 лицевые, 1 изнаночная. Опять 2 лицевые, 1 изнаночная. Петли 2 этих мы снимаем. Нить перед работой у нас. 2 петли сняли. Дальше опять 2 лицевые. Одна изнаночная, две лицевые, одна изнаночная, две петли, которые снимали, снимаем мы, которые вытаскивали, снимаем мы их на правую спицу. И дальше продолжаем вязать до конца ряда. Провязали мы с вами шестой ряд. Вяжем седьмой ряд. Первую снимаете кромочную, теперь одна изнаночная петля, одна лицевая. Теперь вяжете 2 изнаночные, так они и есть. И теперь смотрите, вот у нас 2 петли, которые мы снимали, не снимали, а вытягивали. И вот одна сзади, еще одна лицевая. Мы все эти 3 петельки, раз, два, три, видите их, да? Поближе покажу, вот три. Мы их провязываем за заднюю стенку одной лицевой петлей. Вот так, таким образом. Теперь опять вяжете. 2 изнаночные петли провязали. 1 лицевая, опять 2 изнаночные. Тут как по рисунку идет. И теперь опять провязывайте 3 вот этих петли, там где 2 вытянутых и 1 лицевая. Мы провязываем 3 петли за заднюю стенку одной лицевой. Теперь опять 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные и опять эти 3 петли провязываем одной петлей за заднюю стенку одной лицевой. И так продолжаете вязать до конца ряда. Так, мы провязали с вами уже седьмой ряд, теперь мы будем вязать восьмой ряд. Восьмой ряд вяжем. Первый снимаете кромочную, 1 лицевая, 2 кромочную сняли, 1 лицевая, 1 изнаночная. А теперь 2 лицевые петли, 1 изнаночная.
То есть по рисунку вяжете 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. И так будете вязать до конца ряда. Вот мы провязали с вами уже 8-й ряд. Теперь будем рисунок повторять с 5 по 8-й ряд. То есть, смотрите, первую снимаете кромочную, теперь 1 изнаночная петля, 1 лицевая. Теперь, смотрите, у нас образовались здесь дырочки. Для чего эти дырочки? Мы сейчас будем с этих дырочек будем доставать вытянутые петли. Делаем теперь накид. 2 петли изнаночных. Провязываем 1 изнаночной. И теперь то мы просто тогда вытаскивали, а это легче теперь вам будет. Будете вытаскивать их просто с этих дырочек. Вот в дырочку колите, вытаскиваете петлю. И вот следующая дырочка. Тоже колите сюда и вытаскиваете петлю. Теперь вяжите 1 лицевая, 2 петли изнаночных, провязывайте 1 изнаночной. Накид, 1 лицевая, накид, 2 петли изнаночных, провязывайте 1 изнаночной. Теперь опять вытаскиваем мы петлю в эту дырочку, вытащили. Теперь вот следующую спицу вводите и вытаскиваете. Теперь 1 лицевая петля, 2 изнаночные, провязываем 1 изнаночной. Теперь накид, 1 лицевая, накид и 2 петли изнаночной, провязываем 1 изнаночной. И так точно повторяйте рисунок до конца ряда. Так, и так будете вязать высоту вверх 21 сантиметр для спуска по пройме. Будем вывязывать пройму. Так, начинаем вязать. В общем, от основания вверх 21 сантиметр вяжем. Вот мы с вами связали уже высоту 21 сантиметр. На следующем уроке мы будем вязать уже пройму рукава. Я вам покажу, как красиво связать пройму, как делать спуск петель по пройме, вырез, чтобы не было никаких неровностей, а все красиво и ровно. Петли все смотрелись очень красиво и ровно. Все, я думаю, все понятно. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь. До свидания.